Вот так выглядит искусство жарить. Посмотрите, каждый кусочек, каждую как бы колечко лука, он пожарено как. Даже он малюсенький, без пригара, без ничего. Сейчас попробую найти. Так вот, даже самые маленькие кусочки, и то им было уделено внимание. Так, видите? Ну и вот пожаренные у нас кабачки желтые. Видите, тоже каждая луковинка сделана как надо. Вот так вот. Так, ну это возможно вот в этой итальянской печи, на которая рассчитана на пиццу. Вот посмотрите, как все получается. Так, еще сейчас оставим ее. Осталось у нас вот 4 минуты. Все делается в автомате в режиме духовки. Здесь 320 градусов. Но также до этого мы прямо в этой чаше сделали и итальянский пирог по-неаполитански. То есть добавили здесь еще моцареллу. Если вот посмотрите, вот такие вкрапления к этому яблочному пирогу. Чтоб у нас получилось как пицца в Неаполе. Так что вот это у нас супер такая духовка. Ну, сейчас скоро завершится. Сейчас могу перевернуть, показать вам. Но с той стороны уже зажарилось все. Так, вот здесь с этой стороны. Здесь можно уже и оставить. Тогда сочность уже будет на высоте. Показываю, какие шницели использовались. Вот такой неплохой. Ну, вообще, этот производитель Троекурово. Вот шницель делает, также сосиски гриль. И очень неплохие. Ни по сочности нет нареканий, ни по вкусу. Так что рекомендую.